Всем привет! Есть у мужчин такие инструменты, которые им пригождаются каждый день, и они ими пользуются на работе или в своем хобби. И вот я решил показать вам кучу интересных мужских инструментов, которые, возможно, вам будут очень кстати. Спасибо всем за лайки и приятного просмотра! Универсальная торцевая головка, плюсом которой является то, что при работе не нужно менять насадки для крепежных элементов разных размеров. Это сильно упрощает процесс, например, сборки или разборки конструкций с разными видами и размерами крепежных элементов. Также преимуществом универсальной торцевой головки являются небольшие размеры, она с легкостью поместится в карман и заменит большой набор инструментов. Диапазон регулировки от 10 до 19 мм. Электрический беспроводной триммер для газона и кустарника, с которым открывать дачный сезон будет одним удовольствием. В комплект входит две насадки разной длины и формы. Автономность работы обеспечивает литиевая батарея. Максимальное время работы от одного заряда составляет целых 50 минут. Благодаря эргономичной ручке и небольшому корпусу осуществлять стрижку кустарника или газона будет максимально просто. Угловое долото для петель. Пружина угловое долото, которое позволит создать идеально ровный угол 90 градусов с острым ножом из быстрорежущей инструментальной стали без люфта. Очень удобный инструмент для выравнивания внутренних углов пазов под петли. Расположение во врезной петле и легкое простукивание молотком дает чистый прямой внутренний угол. Подпружиненное долото заточено и готово к использованию прямо из упаковки. Направляющий трафарет для фрезера. Получение сложных в плане обработки профилей, закругленных или имеющих специфический изгиб деталей, удобнее делать при помощи специальных направляющих трафаретов для фрезера. В таком случае пригодится специальная насадка для фрезерования, которая позволяет вырезать идеально точную окружность, дуги и радиусные углы для столешниц, поворотных подносов и других элементов. Более 240 положительных отзывов. Вот один из них. Быстрая доставка, товар очень качественный, идеально подошел к Makita RT0720. Рекомендую товар и продавца, спасибо. Приспособление для ручной полировки автомобиля с резервуаром для пасты в 100 мл. Ручная полировка автомобиля может дать неплохой результат. Преимуществом перед машинной полировкой можно считать безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, поскольку вы всегда сможете полностью контролировать процесс, даже не обладая навыками и не испортив краску. Другим преимуществом является то, что вручную удобно отполировать места труднодоступные для полировальной машинки. При нажатии на кнопку подается дозированное количество специальной пасты. Резак для зачистки кабелей. Устройство для снятия изоляции. Инструмент предназначен для продольной зачистки кабеля. Именно продольная зачистка позволяет максимально быстро и эффективно зачистить кабель. При работе с этим инструментом есть возможность снять оболочку в любом месте подавляющего большинства распространенных кабелей. Загнутое лезвие позволит с легкостью удалить отрезанную оболочку. Удобная ручка обеспечит максимально эффективное использование инструмента, а нагрузка на руку при этом будет сведена к минимуму. Аппарат для приварки гвоздей. В процессе кузовного ремонта автомобилей часто приходится выполнять рихтовку и точную сварку отдельных частей кузова. Для таких работ понадобится однофазный аппарат для приварки гвоздей. Приварка гвоздей – метод, широко используемый в кузовном ремонте и строительстве. Устройство используется для приварки гвоздей толщиной 2-3 мм. Максимальная потребляемая мощность аппарата составляет 3,5 кВт. Приспособление отличается простотой применения, позволяет легко и эффективно выравнивать поверхность кузова. В комплекте имеется обратный молоток и гвозди различной формы. Переходник-удлинитель для полировки для УШМ или обычной шлифовальной машины, который позволяет использовать опорные тарелки, предназначенные для шлифования различного рода поверхностей в местах, где доступ затруднен и качественно выполнить шлифование и полировальные работы без переходника не удастся. В свою очередь опорные тарелки используются для надежной фиксации самоцепляющихся абразивных дисков, на которые наносится полировальный состав. Ультразвуковой измеритель толщины, который основан на измерении скорости звука, проходящего через металл, может измерять толщину пластика, металла, керамики и стекла с толщиной от 1 мм до 22,5 см. Очень удобная и полезная штука, когда штангелем замерить толщину объекта или предмета измерить невозможно. Отзыв: отличный прибор, стоит копейки, а работает как дорогие аналоги.
магнитный фиксатор для сварки с регулируемым углом наклона. Устройству можно задать угол от 20 до 200 градусов. На шарнире имеется промаркированная шкала с риской для выставления точного угла, под которым будут свариваться детали. Фиксация установленного угла осуществляется путем затягивания шестигранника. А вот один из отзывов. Качество хорошее, не люфтит. Складной кронштейн для полки. Не совсем инструмент, но тем не менее очень полезная в быту штука. Это складной кронштейн для полки, которую благодаря механизму можно убрать и при необходимости сэкономить пространство. Отлично подойдет для гаража и мастерской. В комплект поставки входит два складных кронштейна, размер которых 95 на 250 мм. Более 300 положительных отзывов. Все нормально, железяка толщиной 1,5 мм, а перемычка 2,5 мм. Даже инструкция есть. Большой точильный станок для сверел. Как известно, сверло от перегрева ломается. Конечно, его можно заточить наждаком, но это будет не совсем профессионально, и эффект будет не тот. На таком точильном станке можно легко заточить сверло от 3 до 13 мм. При этом вы сами выставляете угол заточки от 90 до 145 градусов. Можно затачивать, не вынимая его из дрели. Сверло будет заточено идеально, как будто и вовсе не ломалось. На наждаке такого никогда не получится. Набор инструментов для велосипеда. Это один из самых больших наборов для инструмента. Это целый прям чемодан самых необходимых инструментов для вашего велика. Набор состоит из 18 различных типов инструментов. Есть быстрая доставка из России, что позволяет начать уже начавшийся велосезон вовремя. Из отзывов пишут, что отличный набор, качество на высоте, кейс приятный на ощупь и, что порадовало, замки металлические, очень хорошо держат. Зажим-бабочка для сварки необходим для удобства прихватки металла в стык. В комплекте сразу приходит 8 зажимов. Если задаться целью, то такие зажимы можно сделать и самому, ведь приспособление просто необходим при сварке кузовных деталей машин и других металлических деталей в стык. Зажимы поставляются в пластиковом блистере. Вес посылки около 0,5 кг. Клеевый ролик. Это устройство, которое быстро и равномерно распределит клей по деревянной или иной поверхности. Имеется длинная прорезиненная ручка. Для начала работы необходимо залить клей в резервуар. При прокатывании ролика клей будет равномерно поступать на ролик, что обеспечивает его распространение одинаковым слоем. На выбор имеется узкий и широкий ролик размером 180 и 320 мм соответственно. В комплекте есть подставка для парковки устройства и дополнительный ролик. Беспроводной триммер для травы. Совсем скоро лето, а это значит, что понадобится триммер для травы. Отличным решением для загороднего дома может стать вот такой вот триммер для травы от достаточно популярного китайского бренда. И с таким устройством легко справится даже девушка. Особенность триммера является поворотная головка, благодаря чему им можно косить траву не в одном, а в двух положениях. Автономность обеспечивается аккумуляторной батареей на 2000 мАч 20 вольт. И напоследок, отличный недорогой болторез, который пригодится в каждом гараже. Часто бывают такие ситуации, когда замок висит на дверях, а ключ потерялся. Устройство имеет длинные прорезиненные ручки, что обеспечивает хороший рычаг. Болторез легко справится с перекусыванием замков, цепей и даже арматуры. Как вам такие мужские инструменты? Я бы себе хотел станок для заточки сверел. Уж очень интересная вещь, как мне кажется. А вам что больше всего понравилось? Напишите в комментариях, мне интересно. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписан на канал. Пока-пока, скоро будет еще много интересных видео.